И снова всем привет, вы на канале УНБ. Сегодня будет такое немного лайтовое видео, но тема очень важная. Поговорим, как же покрасить, если вы пересушили базу, и некоторые моменты еще посмотрим. Капец! Не люблю такую погоду, если честно. Депресняк нападает сразу. Хотя депрессировать не из-за чего, но некомфортно я себя чувствую. Потихоньку собирают автомобиль. Да, Анатолий? Да. Ребята готовят бампера к покраске. Вчера я показывал, как убрать сколики. Вот так вот мы убрали, но решили мокро-намокро не красить, потому что есть где-то небольшие там неровности, да? То есть вот так вот выглядит после грунта. Грунтовали мы грунтом Black Fox. Вот такой вот выглядит 3:1. Идет он такой более универсальный. Ну, мне кажется, в этой линейке самый прикольный грунт. Чем же он прикольный? Вы можете его использовать и как мокро-намокро, да? И как средний слой, и укрыть хорошим слоем, в зависимости, как вы его разбавите. На баночке написано, засрали мы баночку, ну, здесь вот написано, как разбавить. На заднем бампере, понятно, здесь нету сколок, откуда им быть. А вот передний пострадал. В чем прикол? Вчера мы как бы залили, казалось бы, да, ну, мокро-намокро, когда мы красим? Когда у нас нету повреждений, да? Все мы перебили на 320-ю рисочку, покрыли грунтом тоненьким слоем, но... Да, слой тут тонкий. Но где-то там в некоторых местах есть порки. Да, их немного, там 2-3 штуки. Но получается так, что некрасиво будет, если мы их оставим. Передний бампер — это все-таки лицо. Да, он страдает тоже сильно. И сколы на нем будут практически там после нескольких дней езды, да. Кто-то там бронью закрывает, кто-то керамикой. Да, кстати, вот керамикой, говорят, покрыли керамическим лаком. Ребята, керамика, да, не спорю, она не царапается. Ну, она плохо полируется, правда, для маляра это не очень. Только не греметь. Что там творит, блин? Толик, нежно надо одевать. Что ты заколачиваешь? Как это надо одеть. Кувалдой. Машину сломаешь при сборке, блин. И чем отличается керамический вот, ну, такого обычного акрилового? Он твердый. Это вот как каленый ножик взять, да? Допустим, если у вас сталь закалена, вы можете резать ей там 10 лет и не точить ее, все будет хорошо. Но если она у вас упадет на землю, ножик боком, он сломается, да? И также и в лаках здесь. То есть если в акрил попадает камушек, он оставляет там отметину, не всегда даже это будет скол. Ну а если в керамику попадет, то его бздень вот так вот, как стекло, откало. Смотрите, кто пришел. Задерживаемся, красиво. Так что вот так, здесь выбор за каждым, кто как. Ну, бампер передний не спасти, если вы, конечно, не закроете его бронью, да. Потому что часто бывает, вот как эта машина, или ЦРВшка, когда мы красили, да, на бульдога парень похож, бульдога этого, артиста Харламова, да. И он так радовался, когда мы покрасили. А приехал в Москву, говорит, блин, Олег, по дороге 3 скола поймал. Так жалко, говорит, так здорово покрасили. Вот такая фигня бывает. Суть в том, что... Блин, я что-то ушел от темы. Суть в том, что тонкий слой мы вчера положили. Немножко нам не понравилось, как это будет выглядеть. Поэтому решили перемыть все на мокрую моем 800-й шкурочке и перекрасить. Вообще, грунт очень интересный, да и в линейке Black Fox вы найдете очень много интересных материалов. То есть линейка есть практически вся. Все материалы работают, то есть пользуемся мы не раз. Говорят, дядя Лежа, куда же пропал Black Fox, что вы не работаете? Работаем, и работаем довольно-таки
прогрессивно с ним. Ну и ребята также приглашают к сотрудничеству дилеров по распространению, по развитию данного материала. Телефончик вы видите на экране, кому интересно, пожалуйста. Так что вот так, осталось сегодня замыть и покрасить. Ребята сегодня будут красить сами. То есть, да-да. В принципе, вот их контрольная работа. Уже, помните, я вам показывал бампер, который был размандячен. То есть, вот они его восстановили, покрасили. Ну, как видите, достаточно хорошо. И мы не боимся доверить им эти бампера. Ну, ребята бздят, да? Говорят, я бздю, особенно вот этот. Да. Тот же покрасил. Да, нормально покрасил. Все время Олег спрашивает. Я нормально сделал. Я говорю, ну ты же видишь, что все у тебя хорошо. Вот он замывает и боится, что что-то не так сделал. Говорит, Олег, посмотри, я хорошо сделал. Хорошо, молодец. Смотри, а здесь лучше рукой аккуратненько, да? Здесь сколько подлезешь, можешь Подскинь. Передним кончиком, да. Угу. Подтер. Здесь-то у нас ровное, все, видишь, угу. Просто стираешь. Просто это... проявку, да. Да. Здесь уже можешь пальчиками. Угу. Да, где не подлазит, там уже можно пальчиками. Выравнивать здесь нам ничего не надо. Вот, как Валерик делает. Молодец. Способный мальчик. Пирожок возьми с полочки. Ну как вам, Олег, обучение вообще? Как ты считаешь, приехал? Зря, не зря? Я же вообще с нуля как бы ни разу вообще не занимался. Новый вид деятельности. Ну нравится тебе? Ну да, как бы, только вот замывать мне очень нравится. Есть такие работы, которые надоедают, да? Всем нравится красить. Да, ну, никому не нравится готовить. Ну, шпатлевал ты тоже, я тебе скажу, с интересом. Для него это новое. Да, для меня это было, да, очень интересно, как бы это все... Выровнять форму, да? Особенно когда форму идти, когда, допустим, есть кант, он стирается, и вывести форму. Что, вот это да, потому что в этом я вообще не знал. Потом ты пошел, показал, как нужно, я как бы словил это в память. А так как бы, если ты ни разу не делал, то будешь валить эту шпаклевку, блин. Может, банку использовать, но ни хера не сделать. Да, и то есть вот самый тот момент, что когда вот я показывал, почувствовать эту грань, когда у тебя деталь готова под грунт, да? Да. То есть, потому что человек кажется, что у него неровная деталь. И вот эту грань прочувствовать руками, запомнить это и понимать, что тут вот справится грунт. Ну и по сколам, я не знаю, кто как занимается, мы вот так вот делаем, то есть, ну, вариант более надежный. Ладно, ребята покрасят, мы вам покажем, что они натворили. Если плохо покрасят, не покажем. Школа ремонта, подготовки и покраски авто продолжает свою работу и приглашает на обучение желающих обрести новую профессию. Записаться можно по WhatsApp, либо телефону, указанному на экране. Также ссылочка на ВК видна на экране. Обучение проводится в комфортном автосервисе и профессиональном оборудовании, материалами, а также покрасочной камере. Легкая и непринужденная обстановка в обучении. Теоретические занятия грамотно интегрированы в практические. С первого дня вы не мучаетесь с учебником, а учитесь работать руками. Не бойтесь, чтобы записаться к нам на обучение, опыт вам совсем не нужен. Единственное условие – это ваше желание. По окончанию вы не только получите наш диплом, но и каждый из вас сможет самостоятельно покрасить авто с высоким качеством работы. А также есть и дополнительные занятия по рихтовке авто и сварочным работам, что в свою очередь расширит ваши возможности в этом бизнесе. Приглашаем всех желающих со всех стран бывшего СНГ, а также и дальнего зарубежья. Жилье предоставляется. Так что, ребята, у кого есть желание, приезжайте в школу, обучайтесь. И я часто говорю, что здесь вы получаете базовые знания. На самом деле, здесь вы получаете больше, ребята. Это не базовые знания. То есть, приезжая сюда вообще без опыта, вот эти двое ребят вообще без опыта, вы уже выходите отсюда, вы самостоятельно можете красить автомобиль.
Некоторые, даже это процентов 80, самостоятельно могут красить уже машину даже клиенту. Ну, а также дополнительно сейчас мы открыли курсы сварщиков, так что милости прошу к нашему шалашу. Ну, ребята сейчас занимаются бамперами, покраской, не будем там пылить, потому что все-таки это чистовая работа. Когда покрасят уже, тогда я вам покажу. Ребята красят, Кристина им рассказывает, но не будем им мешать, потому что пыль просто неохота гонять в камере, а каждый раз, когда заходишь, приходится выключать вытяжку, чтобы не насосало в дверь. Посмотрим итог. Так, ну, ребята пошли обедать, разложили базу. Давайте посмотрим. Сегодня, кстати, вопрос был интересный в группе. Сейчас обсужу. Это вот Олежа раскладывал. Молодцы. Вот это Валера. Как вы видите, вот здесь у нас были множественные сколы. То есть это не лак, это база. Посмотрим потом, когда залачим. Видео немножко длинное, наверное, получится сегодня. Вопрос в группе был, кстати, подписывайтесь в группу Олег Нестеров Брест, там можно решить много разных вопросов. А вопрос, собственно, был такой, говорит, я положил базу, сломался ремень на компрессоре, но смогу сделать его только через 12 часов, вот через 10 часов. Там уже был ответ, в принципе, сутки можешь. Сутки я, конечно, бы не рисковал, но 12-15 часов вполне база стерпит и... не отвалится с базы, вы ее не пересушите. Но я бы рекомендовал 5-6 часов. Во всяком случае, если вы нанесли базы, что-то у вас сломалось, утром красите, обезжирьте немножко деталь, возьмите переходной растворитель. Вышел с камеры, давайте я покажу, как он выглядит. Вот так вот может выглядеть переходной растворитель. В данном случае у нас идет... одно, как бы мы к нему привыкли, и другими линейками мы просто не пользуемся. Поэтому не могу сказать, как они. Можете написать в комментариях. Ну, боди-то исключается, боди мы вообще не пользуемся. И, то есть, утром приходите, обезжирили. Перед тем, как красить, просто легкий напыльчик, как базу перепыльный слой делаете. Пройдите переходным разбавителем, он... немножко подъест вашу базу, размягчит ее, и уже точно 100% у вас не отвалится лак с пересохшей как бы базы. Но будьте внимательны и аккуратны, без фанатизма, не надо заливать и стараться размочить, потому что он очень едкий, и вот этого напыльного слоя вам хватит. Если вы переусердствуете, у вас просто подымет базу. Ну ладненько, давайте посмотрим, что же там ребята сделали. В принципе, вот так вот задний бамперок. Хорошо. Пятерочка. Передний бамперок. Как видите, вот здесь были сколы. Все красиво, все чудесно. Выглядит, Олеже нравится. Не стыдно за учеников. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.